Я слышу какой-то страшный звук. Не могу понять, откуда он. Я даже не знаю, делать ли разогревочную. Да, придется делать. Эта игра не пойдет за счет, потому что у нас тут слишком быстрый поезд будет. Мое дело. Надо ее выиграть. Чуть-чуть не успел. Вы прибываете в конструкторской готовьтесь к обороне. Выберите героя. А, я на танке. Ох ты ж.
Самое ужасное, когда я на танке, потому что на танке у меня рейтинг серебро, тут люди чуть получше играют. Ваша безопасность – моя главная задача. Согласно статистике, большинство моих подопечных не знают валютов. Мы не будем об этом. Это ради вашей безопасности. Устанавливаю рубеж обороны. Я смотрю, тебе и возраст не полегче. Должна же быть хоть какая-то польза от всей той дряни, которую меня накачали. Пять, четыре, три, два, один. Начинается атака. Защищайте объекты. Барьер активирован. Я даже не понял, что они сзади. Перезагрузка выполнена. Кстати, а как солдат туда прошел? Диво понятно, солдат. То есть он, ну, то есть он просто пешочком прошелся туда, что ли? Господи, куда я полез? Бля, они хотя бы одну ульту спустили, ну, кроме солдата. Батист, can you mercy, please? Ой, бля. Прячьтесь за меня!
Почему эта штука, этот шарик так дергается странно? Can I get heal? Thank you. Блин, вообще нечего сказать. Пытаюсь что-то сделать в этой игре замечательно. Идеально сыграно. Мы все отвлеклись на этого чувака, и все. Я подожду, пока меня похилят. Ладно, хватит. Снова в полном порядке. Это поможет. Не, ну а чё? Батист, please switch to Mercy. We can't win. Что-то я не знаю, я не могу ее один на один победить. Хотя, ну, я много там снял.
Ад было видно, все-таки у нее 450 хп, у меня 600. Все-таки стоило, наверное, бить просто в лицо. А, я сваливаю. Так. Иду, оба. 4, 3, 2, 1. Ща будет, ща будет! Он успел поставить ее? Тактический визор активирован. Попробуй-ка В итоге хуй. В итоге на точке не было никого. Сижу такой, думаю. Блин, может не наверх, может сразу сейчас ее кинуть. Кинул. Thank you, Анна. Приготовьтесь атаковать. Похуй, пляшем. Не играл. Или не ргал. Гоу, пупоинт. Ради победы. Так, ладно. Боевой настрой. Погнали. Шансы на победу. Хуй его знает. 50 на 50 с этим временем. Там такие же дуралеи сидят все-таки.
это поможет. Четыре, три, два, один. Просто сраную минуту подержать сраную точку. Блять, чел, я не у... Ладно. У меня всегда есть план Б. Следите за барьером! Похоже, ты вышел за рамки своей базовой программы. Барьер активирован. Перепроверьте все дважды. Трижды, четырежды. Надеюсь, там солдат успеет уже прийти, уже сколько времени прошло. Я иду. Сраная ничья. Я надеюсь, блядь. Так. Значит, проблем нет. Yeah.
Лучший момент матча. Я танк поставлю. Я так понимаю, белых билетов мне нихера не дали, да? А, нет, дали 3 штуки. 4 даже. За ничью. Так, ладно. Теперь понеслась. 9 минут поиска. Блин, как я это люблю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Блин, мне все время хочется неправильно букву вот в этом слове поставить, если вы увидите. Тут написано Ниргал. Слушайте, я даже не знаю, мне хочется в какой-нибудь, знаете, какой-нибудь Майнкрафт зайти, пока оно вот ищется. Все еще надо тренироваться вот на этом говне играть. А у него, кстати, неплохой этот. Неплохая скорость стрельбы. И скорость полета патронов. Непонятно только, почему с двух спаренных пулеметов такой низкий урон. Двойное убийство.
двойное убийство. Максимальная скорость. Двойное убийство. В пути никто не пройдет. Двойное убийство. Тройное, четыре убийства. Цель уничтожить. О, что-то даже быстро, сколько? Минут 4, по-моему, прошло. Вы прибываете на шоссе 66. Выберите героя. Мое дело, мои правила. Твой блестящий ум по достоинству оценили бы в оазисе. Спасибо. О, у нас нормальные хилы. Я не желаю иметь с вами. Шансы есть. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Бегите за барьером. Ломитесь. Остановите друг. А, это свой. А чё? Один просто АПК. Behind. Нигде что раньше был. Блин, если я сейчас не успею пустить боба, то это вообще ужас будет. Пусть они поворачивают, пусть они поворачивают. Сейчас я их встречу здесь. Ебать, я вовремя ее засек. Пора взять дело в свои руки.
восстаньте! Осталось 30. Все, лосось был. Ёб твою мать, бомба-то сдал, жертву-то два часа, блядь. Я вас понял. А теперь-то чё? А куда я должен был его сдать, блядь? Ладно, норм. Отбарихались. Сразу чувствуется, ребят, на бронзе играю. Все здесь выиграли Overwatch лигу, все здесь, блядь, идеально знают, куда боба кидать. Хотя я согласен, стоило все-таки кинуть его вот туда дальше налево, но я боялся, что он, блядь, улетит в этот, в туннель. Я один раз так машину кинул, он у меня, блядь, побежал плавать. Потому что машина была чуть-чуть под углом, и он, я не знаю, проскользил. Вдоль машины. Один из редких нормальных скинов на Эш. Спасибо. Шапка еще на нее ничего красную. Сколько там вообще тащить? 69 метров. Сейчас мне главное нормальный динамит просто раз три кинуть и все. Не боба, а именно динамит. Смотрите, первый раз. Зовется у нас медик. Заебался по аптечкам, Bye.
Ну наконец. Такого в плане не было. А где наши ульты, блядь, были, мне интересно. Лучший момент матча. Попробуй, казанер! Восстаньте. Просто мне такое ощущение, что... Блядь, я сейчас пытаюсь вспомнить, когда вот наши ульты кидали. Вот, вот сейчас, вот на последнюю драку. Блядь, я не знаю. Я поставлю этому парню. И он сам себе поставит. И вот просто вот реально, вот я сейчас такой... Я помню, наверное, точно две пропаганды лосося вражеских. Два молотка вражеских. Нашего, блядь, что-то ни одного не помню. Просто все решается несколькими хорошими ультами, но нет. Пиздец какой-то, блядь. Нет, такое у меня было. Только не настолько плохо. То есть мы тут, помню, по-моему, в реальте там еле-еле дотащили до второго поворота. Мы. Потом враги еще хуже сыграли. Тут, мне кажется, даже меньше расстояния было по итогу. Ну, что поделать. Так, во-первых, ТНК. Одна ничья. Что забавно, я бы не сказал, что я как-то плохо на Эшес отыграл. То есть, по КД просто улетала меха у Дивы. Это точно. Но я умирал очень часто во второй раз, потому что, блядь, я выхожу, там уже все. Меня приветствует сверху. Так, поехали. Что-то аж руки затряслись под конец. Просто в какой-то момент я не поверил, что это можно проиграть. Проиграть в этой игре можно все. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, хотя бы минуту потрачу на приседания эти. Пока игра не нашлась. А, да.
А, у Боба здесь старая шляпа. Боже, блять. Она здесь, знаете, похожа на такую учительницу 70-летнюю, я не знаю почему. Ну, хотя бы вареник не торчит, уже хорошо. Боже, блядь. Как же здесь ужасно выглядит Боб. Вот в этой вот штуке. Не, золотой голем, конечно, прикольно. Блин, что-то я даже три игры не отыграл, у меня уже башка болит. Нашли. Калашо. Вы прибываете в храм Атопсис к обороне. Выберите героя. Up here. О, хорошо. Thank you. Блядь, что-то руки трясутся, пиздец. Игра только началась. Has ultimate, so careful. Ah.
Ах ты ж сука! Я не слышал, она один раз стопнула. Should fall back, I guess. Что? Okay, fall back. Блять, это наверное в стиле того. Гения на Рейне, который такой Молотов пошел, а он не в точке. For right side. Демон тебя не бросит. Что случилось с мехой? No way, bro. Really? Про что он? You got him from the sleep and then she died. Блять, я даже не видел, что он во сне. Meteor!
10. Они еле держатся. Исправим их от страданий. Это реально. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Мое дело, мои правила. Если мне потребуется Но станешь ли ты отрицать значимость моих трудов? Не думаю. What's the strat? Push left. All right. Ну, правильно, тактика. Push left, all right, все. Можем еще пушить мидл под щитами. Ебаста. Где он? Похуй. А, вот он где, я, блядь, его не слышал. Лучший момент матча. Попробуй-ка занервничать.
Фух, блядь. Все мои комментарии. Что же у меня так руки-то тряслись, а? Блин, кстати, я немножко удивлен, что нам пришлось захватывать 70% этой точки. Это вообще ужас. То, что у меня выполнение задач Зои-то, вот это другой ужас. Это первая победа, наверное, игры за 3. Как хорошо, что поиск автоматически начинается, а то это... Могло бы продолжаться бесконечно. 45. Поехали. Так, это будет сейчас третья игра на Диде. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Может, это из-за того, что влажность так сильно поднялась, конечно. У меня аж мокрым дует из окна. Так, ладно, идем в башню Биробидзян. Вы прибываете к башне Лидзян. Приготовьтесь к бою. Выберите героя. Мое дело, мои правила. Дисциплинированный воин. Союзник самый верный. Мы закончим вместе с этим заданием. Держитесь вместе, и мы со всем справимся. Приветствую всем. Я ему явно не понравился. Надо добить, надо добить. Добили.
Любовью от банды мертвецов. Ах ты ж! Ну ладно. Она, кстати, он красиво сделал, вот без шуток. Для бота это даже слишком хорошо. Такого в плане не было. Ну, окей, с ботами я научился воевать. Я слежу за тобой, Ом. Не надо за ним слизывать. Блять, тем временем я почти всю игру с ботами отыграл. Вы чё? Это под билетом поиск. Меньше 9 минут там что-то писали мне. Семь минут. Он шел до конца, он не стал возвращаться. Он на танке.
пора все исправить. О, а игра только-только начала быть интересной. Блять, ну конечно эти брови приклеенные. Точнее, не приклеенные, брови сделаны из пластилина, это, конечно, нечто. Конечно, все лучше, чем герои из второго Overwatch, там вообще пиздец нарисовали некоторых. Особенно Эхо. Вы чего, люди? Иду, иду, ребята, иду. Боже ты мой. Блять, там ебаный прицел. Надо, надо, надо его грохать. А у него ульты-то нету? Нету ульты. Давай, постреливай. Неплохо так, нас разъебали. На помощь.
Не-не-не-не-не-не-не. Ебать, конечно, тело у него дерганное. Он не верит, что это можно было взять, но это взяли. Все системы в норме. Готовы к бою. И я не скажу, что нам было легко за эти 99%, что мы держали. Блять, какой шалдат бешеный, а? Твою мать! Надо с ним что-то делать, а все, убили его уже наконец-то. Это в честь чего он? Нет, скорее всего, вылетел. Все системы проверены. Не связывайся с лучшим. Не стой, Сампо!
Иду. А кто вышел-то, кстати, у них? Солдат? Не, ну он точно вылетел, блять. Я что-то не верю в то, что это, блять, Либер. Ну ладно уж, доигрываем, хули. Не, я помню, как мы 5-6 выиграли, но там ливнул абсолютно конченый дегенерат на хиле, а я был на мерке. И у меня была только одна задача. А кто это, кстати? Второй ДДшник или хиллер? Просто если хиллер ливнул сейчас, то у них есть шанс. С одним ДД хз. Ну мы просто задаем их числом, к сожалению. Да, у них ДДшник ливнул. А, нет, хиллер ливнул. Ну, у одного хила как бы тоже, сами понимаете. Второй хил, кстати, у них кто был вообще? На самом деле правильно делают люди, потому что, ну, когда уже четверо остаются, уже все как бы. Бля, чел пытается до конца гейминг. Бля, там кто-то аж репикается. Боже. Ребят, у вас хилов нету. Блять, но мне кажется, что чел все-таки реально вылетел. Я просто не верю в такое, в такой лиф. Да, первый раунд они еле-еле затащили, можно сказать, но... Да, ГГ, лол. Лучший момент матча. Попробуй, казанер! Ну, ясное дело. У нас хотя бы до конца люди доиграли. Косарик.
Счет, кстати, 2-1 за сегодня уже. Ну ладно, я думаю, еще осталось 20 минут, одна игра точно, а дальше посмотрю по состоянию. Обычно я просто 5 игр за стрим играю, если никого нету. Так. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, Ну чё, башня Биробидзян Непонятно, правда, что это за соревновательные правила. Я один слышу эту музыку. Сейчас что-то на... Или это с улиц? Заданий. Держитесь вместе, и мы со всем справимся. Приветствую. Приветствую всем. 5, 4, 3, 2, 1. Приветствую. Первый раунд. Захватите объедки. Давайте захватим эти объедки. Никогда не помню такой тишины на этой карте.
Черт! Позиция силы не удалась. Откуда на нем здесь взялся щит? Твою мать, гений. Я ударил. Реально гений на, сейчас на этой был, на заре вражеской. А игра только самое вот интересное вот в ней началось. Только-только. Вы прибываете в Даран. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Дело, 45 секунд. Зачем 45 секунд? Тут реально подрочить можно успеть, пока... Я... Он прям идеально внырнул в нас, просто в самый эпицентр этих дебилов, включая меня. Герой,
Твою мать! Вошел в 1000, все, началось. Четыре смерти, блять. Ужо. Угу. Не, вот это самое гениальное, предлагать груз двигать. Правда, чем бы еще заняться? Заебись, стену против него поставили. Я кого-то убил бобом. А он типа не заморозился, что ли, или чё? Это не самая худшая игра, честно. Был случай, когда нас просто не упускали с реса. Один такой, по-моему, был. Мое дело, мои правила. А теперь укажи мне цель. Look, Sombra is not very good in this moment, right? Because так, начались жалобы на Sombra. One close range, and you're gonna be invisible in his head. And we got two shields. And we got a sniper too, and we got a person online. Обратили внимание, вот, чем ниже ранг, тем больше вот умных рассуждений. Причем это не сарказм. Действительно, человек как бы говорит умные вещи. Осуждаю. Я не понял, что он сказал, но модератор точно поймет. Блять, я прыгнул оттуда. Давай.
Yes, Sombra. Sombra. How do you... What was your thought when you think you could be Sombra, Sombra right now? Like, it doesn't work. Yes, you need to see the team setup, then it works. That, Sombra doesn't work now. Я все время хочу прочитать у них как PewDiePie. Блин, я сначала прочитал 6189 урона по команде. ПП. Итяк. 2-2. Душно, пипец вообще. Давайте, что ли, еще одну игру чё нам. Блин, мне потом этот Beyond Good and Evil ставить 20 лет. Господи, я надеюсь, это не какой-нибудь квиз на 20 тысяч лет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 75 раз. Итак. Бля, есть сейчас опять на поезд будет на 10 минут. Кстати, проиграли мы быстрее, чем был поиск.
Ой, какие нахер две Анны. Не понял. А что за музыка-то была? У героев на самом деле у них очень такой вязенький, вязенький. Я имею в виду вообще в принципе тех ботов, которых можно сделать. То есть нет ни одного танка со щитом, например. Кстати, я обратил внимание, что Эш, она по сути полный альбинос. Но брови все равно черные. Потому что белые волосы, красные глаза — это альбинизм. Начало хорошее. Так, ну в первом раунде тут точно победа бы была. Что они идут по одному? О, Голливуд. Моя карта с самым низким винрейтом. Хотя нет, по-моему. Не, Храм Анубиса у меня повыше винрейт. У меня две карты с самым низким винрейтом. Это Храм Анубиса и Голливуд. А он что, блядь, сказал? Зачищаю территорию.
Вот, казалось бы, отличная озвучка, великолепная, но, блять, вот эти вот... Но и мишень из тебя довольно Хотя, может большая. Быть, в оригинале также по-идиотски сказано. Вот этого я не знаю. Твою мать. Блин, я вообще по ним не стреляю, я одни щиты сбиваю. Не стоило меня злить. Я сначала прочитал Милфа. А он сзади, ах! Трое у меня в прицеле. Блять, я все пострелять типа никому не могу. Еще какой-то хуйней страдаю. Ты как, блять, так щиты поставил? Блять, я хуйню уже какой-то творю. Не, это точно. Это надо предыдущую игру надо было делать посредней. Три убийства серебром. Группа ап. Группа ап. Но это было близко к нереальному. Потому что я так плох. Твое время еще не пришло,
как же ты меня бесишь. Иду, иду, иду. Что? Мне нравится то, что Бригитта становится бессмертной под ультой только у врагов, блять, как я плохо, это ужасно. Payload, payload. Payload, супер. Работа над ошибками еще никому не вредила. Иду, иду! Огонь по готовности! Счет. Один, ноль. Смена стороны. Что такое payload? О, кстати, это не тот ли парень, у которого, который этот был на Сомбре в прошлой игре? Я не умею на этих персонажах играть. Мое дело, мои правила. Я проведу симуляцию предстоящего боя. Так, я понял. 30 секунд. Да. Будьте осторожнее в бою, и тогда мы все вернемся домой. Обещаю. Наша задача не только победить, но и собрать важные данные. Я уж больше не буду до конца тут так сидеть, что-то там ждать. Что-то хорошего. Этого хорошего. Хорошего в этой игре уже не будет. О. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект А. Я за все вместе. Туда. Orisa, come back. You're too far away. Jesus. Goodness. Все еще шарик выцеливаю на какой-то ляд. Я в долгу не останусь. Исправить.
На самом деле шансы у нас... Нет, нет. Ну, на самом деле есть. Шансы есть всегда, даже если это 1%. Ну, мало ли человек вылетит там. Бля, чел вот что-то говорит, я его не мьютил, но микрофон он, походу, даже не включает. Вот что он говорит? Я не слышу. Пора взять дело в свои руки. Блять. Как же ты активен? Меня переполняет энергия. Всем в атаку. Не, ну 3 минуты эти 3 метра держать, это будет что-то прям на грани. Но реально. Вот, все хорошо. Блять, последней пулей, сука. Пора все исправить. Хотя я бы не сказал, что это плохо, тем более минус-то я сделал в любом случае. Ты меня бесишь. Вперед, покажи им. Right, go back. Payload. Что такое payload? Твою мать. Как же ты меня бесишь? Не, там всех убили. Там вообще ноль людей. Поражение. Там солдат минус 3 сделал. Что-то у меня прям с этой картой прям вот вообще. Лучший момент. Это мой бобик там стоял.
Так, и насколько мы упали? Лол. Ни хрена себе. Я что думал, у меня вообще ни одной медали не будет. Девятьсот шестьдесят один. Рейтинг-то, кстати, какой, я так и не посмотрел. Ну, классика. Я 800, конечно, вряд ли провалюсь, но еще не вечер. На Эш, блядь, я не знаю, как я. Вот на этой замечательной женщине, как ее. На вдове однозначно, там и 700 было, а вот на Эш, ну, блядь, я не верю в то, что я могу 700 пролиться. В общем, потому что я хотя бы в тело стреляю. Всем огромное спасибо, что смотрели, всем удачи, я вернусь минут через 20, наверное.